В Тарумовском районе при строительстве школы похитили более 24 миллионов рублей. Гендиректор подрядной организации заподозрен в присвоении крупной суммы из бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Дагестан. Установлено, что руководство ООО «Строй» с 2012 по 2016 год при строительстве образовательного учреждения в селе Кузнецовка завысило объем выполненных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.